Влетаю в поселок Сахрыф, Ивана Братанского района. Больница раньше была. Когда тох труди, мотор труди. Поедем. Я поеду. Вот какие-то Егор отцы. Там еще внизу еще есть группа. Так, друзья, всем привет. Вы на канале Жизовяна Авиалайф. Я нахожусь в аэропорту города Якутска. Я улетаю в поселок Сахрыф Ивана Братанского района. А кстати, я там родился. Мы приехали, когда нам было 2-3 года, мы приехали в себя. Так что будут мероприятия, будем охотиться. И будет у нас там отел Вазинов. Я там буду работать и где-то. Ну, приеду в 20-х числах мая. Всем пока. Будьте со мной. Прилетели в Сахрыф, аэропорт, ждем багаж. Мои старшие братья Ганя и Михаил, и мои кровные дяденьки. Все, это Сахрыф.
Так, ребята, внимание, это простой буран. Обычно просто буран. Но новый, да? Так, он сейчас будет. Он лезет. Это значит 1, 2, 3, 4, 5, 5 на 3. Это 15 40-литровых этих баллонов, да? 40 канистров. Это значит 3 бочки, да? Да, 3 бочки, это по 200 литров. Да, получается? Смотрите. Ну, посмотрим. Значит, способен. Простой буран. Все они сдуты. Тепло. Так, ребята, а вот моя техника. Это новый лидер. Новый совершенно. Вот на нем я поеду. Что я везу, интересно, ну. Ой-ой-ой, старенький, потрепанный. Очень слишком низкая она. Ну, посмотрим. Так, еще раз, ребята, повторяю, с корабля напал. Я прилетел в 5 часов. Сейчас 6:30. Через минут 10-15 уже выезжаем. Поняли, да? Так, мы поедем где-то 80 километров. Там будем ночевать. Это примерно 5 часов. 5-6 часов езды. Это значит, мы приедем только ночью. Ночью приедем. Потом завтра опять будем. До конечной точки это 160 километров до стада оленеводов. Это родовая община кочевник. Так, друзья, это Колесов Альберт. Родовая община кочевник. Я сегодня прилетел в поселок Сакрыр Эвена-Батандаского района. С корабля на бал. Уже выезжаем в стадо. Так, на сколько ехать-то? 80. 80 километров, да, ехать? Там ночуем, да, ведь? Да. И завтра, и там завтра же тоже. И едем дальше, да? Так, ну, все, ребята. Альберт Колесов, родовая община кочевник. Все, поехали. Все, поехали. Вот. Так, парни, едем мы уже 3 часа где-то. 9 часов вечера, 21:00. Это перевал Омолой.
Вот это нарты. Нарты Альберта Колицева. Венские северные нарты. Самые надежные, самые крепкие нарты в мире. Да. Это Бакалин, последние полгода. На, мен, брат, а вы на кафе? Мне вот-то весел был бы. Да. А, Хенелин, иди Акирио. Вчера подъехали вечером, в 11 где-то подъехали, поужинали, сейчас 4:30 утра, гора Верхаяне, Эвена Бдантай, скоро подъем у нас в 5, мы поедем дальше.
Так, ребята, это Саня Гигант. Вот Альберта Колесова. Метров 5. Тяжеловес. Везет. Эти, топливо везет. Более тяжелые грузы. Очень мощные нарты. Вот он завез 15 штук тронного 92-го бензина. Так, все. Все кто куда. Сейчас выезжаем. Мы с Ганей сейчас поедем. Стадо ближайшее. Альберт поедет сегодня в Кустур. Поселок Кустур за продуктами. За вещами поедет. Вечером приедут. Завтра поедем в другое стадо. Это что, ребята? Это мука же, да, вроде? Он сахар. Мука, сахар, соль, да? Ну, самые такие основные продукты. Бурдур. Касарали. Четку бурдур. Так, ребята, вот это вот старый заброшенный поселок Тюгасир. Да. Тут там есть ампарчик. Зайдёте, заглянем. Посмотрим. Кстати, там есть что-то пара. У подвала эти амнабут. Майя. 1944 год. 13 мая. Ты прикинь. Бухатера Аллах пару бит. Кости витри. Кости витри бехеттис. Августы. Сахар Аллах. Таванна на Аллах. Таванна бэ Аллах. Как 12 июля, да? Июля 43-го года, ребята. Прикинь, это во время войны. От Хавела. Тоже 43-й год. Август. Сдал от Стучковой, да? Сакурыр. Я сам. Знаю, который только подпись. Да, в общем, все. 43-й, 44-й. Да, ну, это гордо. Очень сохранённо, да? Да, а почему так интересно? Да, как будто вот лет 10 назад построенный, да. Видите, ребята, вот это тут. Очень сохраненный такой домик. Да, интересно, да. Вот так вот такой. Вот так вот. Ну. Вот что-то считали.
сколько завезено и так далее, наверное. 38 рублей. Будукту, бортовый мышей, чай, беги. Петигарлухан, пакетка, сухой. Лугу, ахалат, халан, пакетка, кара. Ну да. Вот там где. Так. А вот это, говорят, больница раньше была. Тут стоят материалы. Подтягивается даже, даже гитара есть. Когда доктор где? Мотор тут где? Насос. Насос на или что? Да, насос будет. Мотор-то. Старого вон на тачу, чтобы ты старал. Вот так, ребята. Два холодных, да? Вот старенький домик. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, даже вот деревья выросли. Смотрите. Заросли. Прямо на крыше. О, ребята, нарты очень тяжелые, груз у меня полный груз, не смог подняться. Это обычно просто буран, лидер. Сейчас парень этот подойдет. Этот. Вот так, ребята, вот так вот север. Это север Якутии. Тут не все просто. Так, кстати, мы подъехали тут стадо бригады, этот, начал одиночку бригаду. Тут отдельное стадо есть. Завтра мы поедем еще в другое стадо. Самое дальнее стадо. 80-90 километров от, оттуда. Понял? Давай. Мы подъехали к оленеводам. Смотри, тут собачка родила вот только недавно. Когда? Это что тут? 250 это. Когда он? Блыбга. Один из первых, кто в баре. Ямаха. Тут смотри. Палатка даже хигаш есть. О! Круто. Вот где? Так, ребята, мы сейчас поедем. К важенкам, да, там идет отел важенок. Сейчас поедем с Егором оленеводом, поедем. Я поеду на Ямахе. Иди туда, иди туда, иди. Еще поедет тут буран, это лидер. Мы там построим палатку. Там будут защита страт от хищников. Сейчас мы поедем. Вот Егор. Оленевод. Никитин Егор. А, кстати, его родственники живут в Сибяне. Никитины. Сейчас поедем.
Ну что, Егор, как дела-то есть тут? Наша линия-то где? Вашеньки? Вон в горах стоят. Вон в горах они, да? Да, они уже рожают отель. Тут еще два самых линевода, да, ведь? Да, здесь. Они ну где-то рядом они там. На санях. На упряжках, да, они? Ну да. Собирай. Оленей. Так, вот так вот, друзья, сейчас вот у нас тут происходит отел важенок. Важенки, самки. Появляются детеныши. Вот. И будем охранять 24 часа до июня, считай, да? Да-да, вон и здесь палатку надо ставить. Вот тут. Ну, где деревья, ну? Там в лесу, да, поставим? Так, и там еще, внизу еще есть группа оленей, ну штук 100, где-то 200, наверное, но они сами разделились, да? Да, получается? 50. Ребята, 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 короткий период. Олох, хайнды, ребята, да? Хайнды, ребята, умотты, ребята, олох, олох, олох. Она травит, ребята. Это меня травит? Бар, травит, ребята. Анта баган қалықтыр үйден дейді. Котан. Ата нөңе, еш табар баттар не? Олдыры бар анттық. Бар анды бұттар. Бар анды бұттар де. Олдыр бұттар қанды бұла бұты де. Ата арас енден о. Олдыры бар бұтта. Олдыры бар де. Вот, ребята, поехали вот на пряжках. Там дальше вверх. Вверху еще они где-то там. Да. У них палаток нету, да, не ключу. Кого? Так, друзья, мы сейчас быстренько поставим палатку. Палатка новая. А для парней. И пойдем, скорее всего, к тем самкам пойдем, потому что они там близко будут. Я буду снимать на видео. Какая тут красота, парни. Друзья мои, какая тут красота, лепота просто, ни слов. Горы, горы, горы. В горах, ребята, всегда красиво. Всегда, всегда красиво. Манят они всех. Манят. Горы манят. Ну вот, парни. Быстренько мы поставили палатку. Китайская. Вот, хорошо делает, ему. Палатка мне очень понравилась. Вот такую палатку надо брать мне. И причем она очень большая. Видимо, все равно придется старые палатки нам уже. Уже на пенсию им надо, их надо отправлять, потому что тут установку очень, очень быстро можно установить, оказывается. Вот. Ну все, сейчас мы поставим печку и все готово. Так, друзья, только-только родила. Вот он, малыш, сейчас вам покажу. Пять семь метров съемка. Вот он, малыш. Я родной мой. Привет, брат. Привет, красавица.
Ребята, только что снял вот маленького, только-только родившегося олененка. Вот он сейчас спит. Какой некрасивый, а? Круто, ребята. Очень круто. Так, ребята, вот они внизу. Все тут они лежат, оказывается. Отдыхают. Вот в основном тут самки. Важенькие тут в основном. Так, вот. И вон еще наверху. Еще есть группа. Штук 50-70. Как они хорошо отдыхают-то, а? Вот они, наши олени. Олени для Эвена это святое. Орон бежин, Эвен бежин. Будет олень, будет олень, будет Эвен. Привет, мать. Ну вот, друзья, вот он. Он родится сегодня. Лененок маленький. Привет, брат. Вот смотрите, друзья, это все важенки, самки, они скоро все родят, все поголовно почти. Здравствуйте, здравствуйте, мамки, будущие мамки.
Быстренько приготовить плов. Приятного аппетита, мужики. Спасибо. В горах Верхояне Эвена Батантайский район. Родовая община Кочевник 2. Эвен в Якутии. Дядя Ганя. Мы сейчас с Ганей поедем. Самое дальнее стадо. Вот босс. Босс подъехал. Че босс? Идем, да? Кто ты? Ханна, вадим. Ай, брат, да? Брат.